Доброе утро. Мы пьем кофе. И сегодня у нас будет замечательная экскурсия на яхте. Мы посмотрим водный мир, поплаваем с нами. Поэтому оставайтесь с нами, будет очень много интересного. Нам офигенно сегодня повезло, потому что с утра нет ветра. Хотя он обычно часов до 12 сильный. Но туда, куда мы поедем, там вроде обещают, что вообще нет ветра, даже если он здесь есть. Поедем на таком же автомобиле, который нас привозил сюда. Приехали на такую стоянку, откуда сейчас мы все пойдем на свою яхточку. Здесь можно что-то приобрести, покушать, попить, базар есть, все остальное. Так сколько здесь? Достаточно много. Здесь профессиональное, смотрите, дайвинговое оборудование. Наша яхта. Так, давайте посмотрим, как она у нас выглядит. Капитанское кресло. Здесь можно лежать и загорать. Открытое место. Кто не боится солнышка? Ну что, нравится? Яхта. Интересно. Маша тут фотографирует. Крутая. Так, мы плыли около часа, это первая остановка, всего их будет три. И мы приплыли раз, два, три, четыре яхты рядом, и вот сейчас уже можно будет покупаться. Мы решили на следующей остановке поплавать. Вот, давайте я немножко яхту саму покажу. Здесь вот есть такая зона. Еще вниз куда-то уходит. Да я не пойду. Два санузла здесь по бокам. Здесь вот чай, кофе. Здесь есть туалет. Дальше мы идем. Яхта.
скромный заплыв. Маску, отойди, Ксюша, отойди. О, ну-ка давай, давай, потом сейчас будут эсменты. Папа наш, да. Все нормально? Да. Ну чё? Есть у тебя купальник тоже, да? Он просто нагрелся. Мам, я плохо. Тоже есть такая кукла. А Анна была другая. Это из садика у нас была. Еще одна кукла. Маша познакомилась с английской девочкой, у которой есть Анна и Эльза, ее любимые персонажи. Как будут дети играть, если языка друг друга не знают? Ксения у нас смотрит мультики на английском языке. Так, ну а мы швартуемся рядом с еще одними яхтами. Смотрите, какая здесь вода. А? Только поглядите. Лазурного цвета. Там пляж. Вот здесь уже вода, да? Это смотри. Что там на них? Дайверы первые идут. Вы только гляньте, какая водичка. Прелесть просто. Потом вылезешь и снимешь все. Ты одевай здесь маску, погоди. Давай, давай, дотягивай. Так. Вот она, давай, давай, давай.
где она тебе болтается? У нас мама решила поплавать. Решила, я что хотела. Давай, давай, мы в тебя верим. Рыбок нам поснимаешь. Да, Ксения, не путай. Вон они плавают, рыбки-то. Вон их сколько, рыбочек. Так, чем нас тут покормят? Шведский стол? Шведский стол. А здесь рыбка, мясо. Сейчас. Конечно. Макароны. Рис. И несколько салатиков. Вот таких вот. Ну-ка, вкусно кормят? Съедобно, есть можно. Шустрее, шустрее. Давай, Алексей, сними подводный мир кусто. Ну что, Лёш, как? Надо уплывать дальше куда-то, здесь глубоко. Вода теплая? Есть. А? Вода теплая? Вода хорошая. Нормально? Лёш, встань там. Все, мы подплываем обратно.
бухту, откуда у нас начиналось наше морское путешествие. Тебе понравилось? Здорово. Такая у нас радость нас встречает, когда мы пришли к себе в номер. Нравится, Маша? Сегодня к нам пришел гости. Дядя, который убирает, и поставил вот такой тебе букетик, да? Да, еще он поставил на кровати большие листья. Ну, это я уже показывал. В общем, ребят, наше путешествие подходит к концу. Сегодня вы смотрите это видео, значит, я уже дома. Вот, всего мы здесь пробыли неделю, нам очень понравилось. Я думаю, что в следующий раз обязательно еще раз поедем с детьми отдыхать. Лайк поставьте, подписывайтесь, звоните, я уже дома. Пока.